целях повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самара, правосознания участников дорожного движения, ответственности и культуре безопасного поведения на дороге, определенных муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы, в Самаре прошел рейд «Нелегальное такси» в утренние часы вблизи крупного торгового центра по улице Кирова в Самаре. Сотрудники ГИБДД проводили осмотр автомобилей и документов. Это и выявление административных правонарушений водителями такси, незаконная перевозка пассажиров, нарушение правил дорожного движения, проверка водительского удостоверения, страхового полиса, путевого листа. В основном в поле внимания ГИБДД попадают таксисты, работающие через популярное приложение вызова такси. Достаточное количество таксистов, получающих заказы от подобных сервисов, не имеет своего ИП и лицензии. За истекший период 2022 года выявлено 42 факта осуществления незаконной предпринимательской деятельности и также выявлено 32 водителя иностранных, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность на территории Российской Федерации. А этот гражданин из Узбекистана не имел даже права работать такси. Водительское удостоверение у него Республики Узбекистан, а по закону на территории Российской Федерации для официального трудоустройства в такси требуются права российского образца. Теперь этому горе-водителю грозит штраф от 2000 рублей. В дальнейшем автомобиль будет помещен на специализированную площадку, а гражданин доставлен в отдел полиции для составления протокола. Для того, чтобы уже водителю заниматься такой деятельностью, ему необходимо будет обратиться в регистрационное отделение, регистрационно-экзаменационное отделение по городу Самаре, для того, чтобы поменять водительское удостоверение на российское национальное. Сотрудники госавтоинспекции в очередной раз напоминают жителям Самары, что, садясь в такси, водитель которого не имеет разрешения на перевозку пассажиров, они подвергают себя значительному риску.